Пренебрежение правилами – одна из главных причин серьезных последствий. Самовольно возведенные постройки гражданами перед многоэтажными жилыми домами в нашем городе создают серьезную проблему в случае возникновения чрезвычайных ситуаций пожаров на этих территориях и их ликвидации. Это также увеличивает масштабы материальных ущербов. В ходе совместного рейда, проведенного областной администрацией управлением по чрезвычайным ситуациям, выяснилось, что подобные случаи все еще имеют место быть. Безответственное отношение к своей работе председателя Махалли, управляющей компанией «Самарканд Ултанасыр», вызывает обоснованные нарекания со стороны жителей. На территории Махалли Зиёлилар, города Самарканда, задней стороны многоэтажного жилого дома 11, построены дома для инспекторов профилактики. При этом были предусмотрены проездные дороги для передвижения пожарных и специальных автомашин. Однако тротуары самовольно перекрыты жителями, проживающими на первом этаже 11 дома. Как видно на этих кадрах, некоторые горожане используют территорию как хозяйственную площадь, а другие выстроили дополнительные здания и объекты. Ни председатель Махалли, ни помощник Хукима не обратили на это внимания. Бүгін кешкүрін сауаттыларын чақырып, құраны ағырландырамыз. Құрмы тартып қойдығыр ағақылышына, манашылар зару емес дегені, олар әйтіп шүндіріп айтамыз, олып тақшашты, тұмас қыламыз бардан. В этой же Махалле рядом с домом 11А индивидуальный предприниматель построил торговую точку. В каком-то смысле это хорошо, но бизнесмен полностью перекрыл въезд в дом, используя территорию в качестве склада. Это не только затрудняет передвижение пожарной машины, но и увеличивает риск возникновения пожара и его распространения. Тосып қойылғанлығы, яғни осы суни тосқылар жаратылғанлығы, яғни осы орап алынған халатлары анықланмақты. Самарқан шахры мысалы айтадыған болсақ, осы жарый елінің 9 ай дамыды, қарип 100-ге яқын суни тосқылар, осы бартар қылыш жанарларға ерішілді. Алау тілсіз яғды елады. Шу орында фуқарларымыздан шын ілтимасып қаламыз ки, көп қуатлы үйлерінің атрафларында, өз башымчалық білен, суни тосқылар білен, шыныңдек, егерлеп алыш халатларға ел қоймасық ілтимасып қалардық ки, зейра осы қасылық талапларға роя қылмасық, фуқарларының өзлерінің, хамда өзгелерінің хайатыға хаф тұқдырады. Подобная ситуация в Махалле Мевазор города Самарканда на территории многоэтажных жилых домов 9 и 49. Жителями первых этажей самовольно огорожена торцовая и задняя части домов, что создает серьезные препятствия для передвижения аварийно-спасательной техники в экстренных случаях. Бұларға оғоландырыш, әр бір қонадың бойынша оғоландырыш берілмегенмен, фақат домлар бойынша дамкомларыны чақырып, біргәлікті кенгеш азолар бен біргәлікті маслахат қылып, егілішлерді ма вақт айтамыз, атрофларыны ұрап олмаслыққа харакат қылыңлар деп айтамыз, лекін өз бошымчалық білан қылыған нымаларыны, атрофларыны ұрап олышларыны, біз, масалан, өші кенгеш азоларымыз, өзімізді жамачылық назорат, еттілік білан біргәлікті оғоландырыш ішларыны ол борғанымыз, шүнге қарамастанам, ұрап олған холатлары мавжуд, сонны анық Лап білмей аппіз, бүнге бітті өзіміздің намамыз етмайды, еттілікні, мана шу намаға намаларыны ішкі ішлер ходымлары, ходымлары білен біргәлікті агар іші олі борсаға агар, өшіларыны біргәлікті ішкі ғұрухлар түзіп қысаға агар, хонадома хонадон юріп, масалан домда бұлса 4-та, 5-та хонадон өрәп олінган. Біргәлікті мұттасады ташкілотларыны бізлерге йордамы керек. Данные постройки выросли не вчера. Странно, что руководство Махалли не обратилось в соответствующие органы, зная, каким печальным последствиям это может привести вплоть до угрозы жизни людей. Наконец, курилишлер бокса, ураваса, у нас без, например, бренчи бар, но ларда эткемиз, тадбирларда, майлисларда, агах болунглар, шу халатлар юзбирса, киналу каламизди ветилген. Лекин халты бирхил инсонлар барки, шу нарсаге кулаксамедигерлер бар. Кушыларды бартараф қылыш үшін махалланы күші етмейді. Бірқылы вақытта, керекілі вақытта, хакимияттан мұтасатташ адамлар керек олады, ішкі ішлерден адамлар керек олады. Шы жарайларда бізге ярдан береген адам болмайды. Фақат өзіміз қаламыз мұтасатты ташкілатлардан ярдан керек олады.
Не следует забывать, что использование нежилой территории многоквартирных домов регулируется законодательством. Это означает, что земля вокруг многоэтажек является земельным участком общего пользования жильцов многоэтажного дома, независимо от того, на каком этаже они проживают. По итогам проверки администрации города ответственным лицам и ряду граждан направлено официальное уведомление, предупреждение о необходимости устранения данных ситуаций, демонтажа незаконных построек и благоустройства территории. А мы еще вернемся к этой теме. Подобные рейды будут продолжены и в других локациях города Самарканда.